Хорошо, что все гладко прошло. Тачка на пароме, бабки на кармане. Идем. Идем, кто где? Я не знаю, я сразу сказал, что класть его багами плохая идея. Вы что, охренели, суки? Я все убью, сейчас приведем! У меня тут проблемка небольшая. Это морда клиента. Занял мне кучу бабла. Вроде этот дом, пацана. Еще ворота открыты. Я стоять! Пристрелим! Жирный боком повернись, где ты лежишь, придурок! Чтоб я сдох. Ты что, Нью-Йорк? Извините. Ты еще кто такой? Где вы вообще находитесь? Нигде, а когда? Вы провели в заморозке 22 года. Блин, мы что, пельмени, что нас замораживали, а? Офигеть, бордюры такие ровные, как по линейке. Блин. Прикольно. Это вообще Москва. Похорошело, что ли? Кто такие, а? Чё за группировка? Чё вас так до хрена-то? Еда кушать возить. Еда. Да ты не 90-е вам. Чё всё решается в белых рубашечках и за столами. А хрена ли ты такие тонкие взял? Я не мог 200 дэм купить, что ли? У меня к вам деловое предложение. Доброе утро, дамы и господа. Это ограбление. Всем лежать! Узнаешь кого-нибудь из этих людей? Вроде на отпетых мошенников похоже. Массу по телеку крутят, морда Чака на каждом столбе висит. Теперь Ноль по-любому нас найдет и прикончит. Расскажите, кто такой этот Ноль? Найти мне эту живучую тварь прямо сейчас. Блин, как они узнали, что я колбасу спер? Мне 46. И мне полтинник. Скоро. А ума у вас, как у малолеток. Мне начинает нравиться в новом мире. Сейчас будет сцена из Ван Дамма. Ой, твою мать, отморозки долбаные. Слышь, ты кто такая, э? Парни, я не хочу в тюрьму. Прокладываем маршрут до тюрьмы. Стойте, подожди!